Следующая часть – это таз. Таз у нас двигается отдельно от ног, колени, стопы, да, и от туловища. Для того, чтобы лучше двигать, да, легче было нам смещать таз, мы также присаживаемся. Мы присаживаемся, прошу обратить внимание, что, прошу сейчас фиксировать, да, колени и стопы смотрят строго вперед. Никаких выворотностей не надо. Строго вперед, мы подсели, хвостик наш смотрит, не выпячивается никуда, он смотрит вниз. Хвост вниз. Итак, можно даже себя схватить за талию, чтобы она у нас не двигалась. Смещение вперед и назад. Я вся выключаю. Раз. Подсаживаемся вниз, чтобы было удобно. И складываем так ручки на уровне двух косточек. И представляем, что мы тянем рычажки. Рычажок идет вверх, и бедро ушло наверх. При этом коленки и стопы смотрят вперед. Корпус не смещается, рычажок двигается вниз. Да? И так у нас происходит смещение из стороны в сторону. Смещение по кругу. Это мы проработали таз. Следующая часть – это колени. Колени мы тоже должны уделять должное внимание. Это отдельная часть тела. Очень выразительная для мима, для клоуна, да, в зависимости от нее походки также, поэтому, конечно же, прорабатывать. Ну, самое простое – это положить ладошки на коленки и по кругу их раскрутить для начала, чтобы их разогреть. Потом отжать сильно назад, чуть-чуть погружить вперед. Да? И следующее у нас упражнение для коленок, когда мы их тоже смещаем. В одну сторону, в другую сторону. Раз, два, раз, два. Движение колена. Движение в разные стороны. И такое смещение, как в рокинг-ролле, да, когда мы сводим, разводим, перемещаем вес стороны в сторону, начинаем танцевать рок-н-ролл. Чем ниже мы сидим, тем смешнее и интереснее это может смотреться. И также движение колен по кругу, когда мы готовим ручки, движение по кругу. Это колени. И следующая часть, самая